Приветствую вас, Аноним. Смотрите, во-первых, ваш вопрос, он, такой, достаточно многогранный, по сути своей. А вот, хотя вы его достаточно коротко написали, да, но он такой очень многогранный, ваш вопрос. Смотрите, значит, во-первых, если мужчина разочарован чем-то вообще, вот вообще любой человек, если любой человек чем-то разочарован, это на самом деле уже не есть хорошо, потому что люди, они в своей природе, они существа непостоянные, и люди разные, знаете, и как бы если у человека есть ожидания какие-то, что вот именно ты будешь вести себя там каким-то вот образом определенным, это уже история про проблемы, это уже история не совсем про любовь, это история больше про личные желания кого-то, понимаете, это история про личные, потребности кого-то, вот это никак не история про любовь, это никак не история про принятие человека таким, как он есть. Понимаете? Поэтому, да, то, что вы сделали, может быть, не очень хорошо. Может быть, то, что вы сделали, делать-то, в общем, и не надо было. Вот, но, как бы, другой человек тоже хорош. Потому что у него, видите ли, ожидания какие-то были. Вот, ну, худшее, что может сделать человек, это иметь какие-то ожидания от другого человека, вот худшего. Понимаете? Особенно мужчины, особенно женщины. Вот. То есть я еще понимаю, если есть, там, к примеру, ожидания от коллеги, где, в общем, какие-никакие обязательства есть, я еще могу осознать. Вот, то есть, там обязательства, вроде как, подписывались на эти обязательства, тут понятно. Вот. Так и то, люди, не могут не вести себя, как от них ожидают. А что говорить про человеческие отношения, что говорить про женщину, которая каждый день, например, встает разной, каждый день просыпается разной, да? Вот, поэтому, здесь ответственность вашего партнера, она тоже имеет очень большое значение, вот, и то, что он прореагировал вот так, это все-таки, мне кажется, говорит о том, что не совсем вы выбрали адекватного себе партнера, не совсем вы выбрали себе соответствующего именно вам человека, да? Вот, не совсем вы выбрали того, кто вам подходит. Точнее, вы выбрали
не совсем свободного себе партнера. То есть вы выбрали партнера, исходя из того, что вам хочется, исходя из своих желаний вы выбирали. Вот. Но это на самом деле не есть хорошо. Потому что если от человека мы хотим что-то получить для себя, ну, тут вот, значит, жди проблем сразу, жди проблем, жди беды, потому что, ну, извините, зависимые отношения. Вот. Это первое. Второе. Ну, по-общему, совершенно правилу, да, вот, абсолютно по-общему правилу. Если человек, как вы говорите, разочарован, в кавычках, то ему нужно дать время на то, чтобы он немножко пришел в себя, чтобы он немножко, ну, как-то вот ну, скажем так, остыл немного, чтобы человек подумал, чтобы человек, ну, вообще говоря, вот, соотнес то, что он делает, с тем, что ну, происходит, да, вот. То есть вот так, то есть не трогать его, дать ему время остыть, дать ему возможность немного, ну, как-то вот побыть наедине с собой. Может быть, наедине со своими мыслями, вот, подумать о том, куда он идет, что он делает, чего он хочет вообще. Вот как-то так. Как-то вот в этом направлении, я думаю, так. Сейчас того, что вы будете человека вот тормошить, да, вызывать его и прочее, то, ну, вызовет, в общем-то, лишь только отторжение того, и ничего больше это не вызовет, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю как-то так примерно. Как-то вот такой здесь ответ можно дать вам. Хотя я там понимаю, безусловно, что вы, вероятно, чего-то, ну, другого хотите, что-то другое хотите услышать, но тем не менее. Дальше. Значит, следующий момент, на что я хочу обратить ваше внимание. Это, значит, то, что вы были грубым человеком, вот вы пишете, что
я была с ним груба, значит, вышло недоразумение, и даже я была с ним очень груба. Если бы он знал причину, мог бы понять, возможно, это не меняет факт, да, вот я была крайне груба. Ты такой грубость. Грубость это защита. Вот, давайте так вот мы с вами поделимся, да, что грубость это значит. Если я грублю, значит я защищаюсь от чего-то. Вот. Ну, соответственно, если я от чего-то защищаюсь, ну, логично, что есть от чего защищаться. Вот. Ну, значит, нужно как раз таки разобраться с тем, от чего вы защищаете. Если вам, может быть, стыдно за что-то было, вам, неприятно из-за чего-то было, вот. То это нужно рассмотреть. Вот, если вам стыдно, если вам неприятно, то же ваш конфликт личный. И, в общем-то, мужчина здесь, ну, не имеет ничего общего. Мужчина не имеет никакого отношения к тому, что с вами происходит. И да, вы нагрубили, безусловно, но так почему вы нагрубили-то? То есть, кратко, вот именно по той причине, что вы вот не определились с отношением к тому, по поводу чего был конфликт, кратко. Вот. И вот сами подумайте, человек, ну вот вы говорите, что если бы он, значит, мужчина, вы имеете в виду, если бы понял бы причину, то он бы, возможно, там, ну, возможно, что-то было бы по-другому, да, вот. Так вопрос, вот основной вопрос, который вам, значит, нужно себе задать, да, он заключается в следующем: если мужчина не понял этого, если мужчине этого хватило, чтобы, там, я не знаю, чтобы перестать с вами общаться, допустим, то с чего вы решили, что это, ну вот, рано или поздно не случилось бы, ну, вновь, знаете, вот, с чего решили, что это, не повторилось. Например, если это не повторится, вот. Вот, как бы, в чем суть-то, знаете. Поэтому я думаю, что вам в этом направлении нужно поразмыслить, в этом направлении вам нужно подумать. Ну вот, и уже где-то вот там, где-то
где-то там есть, значит, ответ на ваш вопрос. Именно где-то там. Знаете, вот, то только в таком ключе. Да, то есть нужен ли мне такой же, такой человек, который вот, ну, вообще-то говоря, не хочет меня там понимать, там, не знаю, принимать там и прочее, да, нужен ли вообще такой человек. Да? Вот. А если нужен, да, то, секундочку, а зачем мне такой человек? Вот. И почему я хочу вызвать его интерес, если у него интерес пропал? Вот. Понимаете? Ну, то есть это вот такие вопросы, собственно, на которые вам нужно, вот именно вам нужно себе ответить, чтобы как-то вот лучше, наверное, понимать себя саму, вот, чтобы лучше отдавать отчет в том, что я хочу и для чего я в отношениях вообще нахожусь. Вот, мне кажется так, примерно. Так бы я вам примерно мог бы ответить, вот, на вопрос, вот, который выдают. Там, конечно, ну, безусловно. Есть еще моменты, вот, безусловно, это не все нюансы, вот, безусловно, мне всякое сомнение, надеюсь, что вы это понимаете. Вот, но пока что так. Да сейчас у меня есть такое вот подозрение, сейчас у меня есть такое вот чувство, что вы, ну, не совсем свободны в отношениях, что вы, кто вот чересчур заинтересованы в том, чтобы в них быть. Вот, ну, мне не кажется, это чем-то для вас, вообще говоря. Мягко говоря, полезно. Мне кажется, что вы этим себе ну, достаточно сильно вредит. Мне так кажется. Вот. Тем, что ну, тем, что хотите, тем, что пытаетесь вот таким образом отношения построить с, ну, с человеком, вот, ну, с мужчиной, ну, вот, мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится. Ну, просто, опять же, потому что, простите, человек вас, ну, отгадывается, просто принимать, да, отказывается понимать, что, да, вы можете, там, не знаю, что-то чувствовать, что вы можете что-то ощущать, вот, что вы можете чего-то хотеть, что вы можете о чем-то вообще переживать, что вы можете чем-то беспокоиться, ну и прочее. Вот. Я думаю, можно долго достаточно продолжаться эту сторону.
Вот, значит, такой примерно ответ я могу вам дать, да, то есть я понимаю, что вам, вероятно, хотелось бы чего-то другого, вам, вероятно, хотелось бы какой-то, ну, другой, наверное, получить ответ, но вот он. Он такой. А вот. К сожалению. Или к счастью, я не знаю. Но в любом случае, я надеюсь, что вы подумаете как следует над тем, что я вам сказал. Надеюсь, что вы подумаете над тем, что я здесь вот наговорил за такое немаленькое количество времени. Я надеюсь, что для себя вы, ну, какие-то выводы сделаете. Вот, потому что хочется, чтобы у вас было все хорошо, но для этого нужно, чтобы и вы тоже что-то делали. Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.